Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздачи. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Акулы Пика. Всем поздоровайся с чуваками. Пика. А, чуваки, забыл на кнопку. Всем салам. В общем, сегодня мы будем играть один на один. Узнаем, кто из нас лучший. Давай поиграем где-то сначала на калашах, потом на эмочках и закончим этими. АВП. И все до 10. Или можно даже, знаешь, в конце да, еще что? На пистолетах. 4. Ну, можно, да. Да вот, да, ребята, 4, как бы будет best of 4. 4 части видео. Да. Будем играть на карте. Я не знаю, на самом деле, ребят, мы ничего не пробовали. Первый раз заходим. И поехали. АИМ АК-47 Кольт. Поехали. Я не знаю, все режимы поставить. А если у меня пинг будет большой, тогда что? Ты если пинг пофиг. Большой? Ага. Но да, пофиг. Ты докажешь, что мне... сильнее меня даже без пинга. Ну, если мне будет неудобно, я скажу. Ладно. То, если с тобой ну, будет сейчас проверим. Так. Да. Если 10-0, то, ну, понятно, удобно, значит. Свочи. Ладно. Ты обижаешься, когда я говорю так? Да нет. Ладно. О, у меня уже 129 показывает. Так, я за терроров или за ментов? А как хочешь. Ладно. Сулифа, давай. Я за ментов зашел. Тик 64. Находишь? Да. Так, подожди, подожди, не стреляй. Ну чё, как? Ну, пинг стоит. Подожди. Макс раунд. Ну ладно, 20 поставлю там. Фризи тайм 0. Чё, готов? Готов? Вы готовы, чуваки? Все, играем. 1 на 1, я и пика. И только калаши. Поехали. Все, понеслась. О, у меня. Все, калаш. Возьми там калаш. Взял. Все, играем. Без жилетов, да? Да, жестко. Так, где ты? Тебя не вижу. Блин. Черт. Это будет долго битва. Хорош! Че, нормальный пинг? 92. Нормальный же пинг. Ну неплохо. У меня, правда, один пинг. Так. Только на клашах. Потом на имп. Хорошо! Ушла жара. Блин, какой же пот, да? Ой-ой. Да ладно! Я тебе ни разу не попал, да? Не-а. Ё-моё. 2-1, ребята. До 10 игра идёт. Хорошо.
Понеслась. Да не фифа. Да ладно! 15, минус 15 дал. Ебать. Окей. Отлично! Что-то ты прям открылся мне. Откройся мне, пик. О-о-о-о-о-о-о-о! Я просто чисто на реакцию. 5-2, ребята. Половина раундов за мной уже. Тебе тоже изначально М-ка дается, да? Угу. Все, на М-ка будем следующий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я получил. 5-3. Пуш-пуш-пуш. Отлично! Хорошо! Так, макс раунд сколько стоит? Надо, блин, спешл поставить. Вот. Ой, я забыл, сейчас. Потеешь? Хорошо! Нормально. Знаешь, давай как сделаем? А, хотя ладно, пофиг. Let's go, let's go. Ну как, я же за стенку зашел. Два раунда осталось. Я видел твой босс. У меня... Че, короче? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, меня показывает то, что я за стенку зашел, и потом пуля прилетает. Ты за пинга, наверное, да? Ой-ой-ой, что-то я начал отдавать какие-то необоснованные раунды. Очки одел, похуй, надел. Да, ты угадал. Ой, хорошо! Тайная операция. Не знаю, что это значит. Давай, давай. Хорошо! Отлично. Победа! Ребят, победа. Это хорошо. И сейчас мы сыграем на эмочках. На эмочке. Так. Кто куда? До перезапуска. Так. Ну так же, я заметал, да, вроде? Да, зашел. Так, я что-то не пойму, макс раунд какой-то стоит. По-моему, не до 10, а просто. Ну ладно. Если что, если раньше закончится, то мы... Ну, ты понял, да? 1-0 пока. 1-0? Сейчас. Итак, ребята, первое за мной. Каточка, мы узнали, кто сильнее на клашах. Это акул, но... Блин, ребята, пинг, может быть, он решает. Может, пика не везет. Ты готов, кстати? Все, я начал. Да, да. Оу! Да, но на эмчиках пика реально жесткий какой-то. Какой-то жесткий. Да, я бы не сказал. Я больше на калашах. Отлично, 1-1. Но ты мне хорошо, минус 60 дал. Были. Тут жаль, с глушителем нет. Да, мне тоже жаль, реально. Потому что с глушаком как-то проще, что ли, стрелять. Точнее, как будто. Угу. Уху, 3-1. Я не знаю, чем, может реально пинг? Пика. Как ты думаешь? Может, я тебя случайно убиваю? Из-за того, что у меня пинг меч? А? Не, серьезно. Да, мне кажется.
Ну, не может знаю. Быть, за пинга. Может быть, реально скилл у меня есть, ребята. Но пинг 1 и пинг 100, чуваки. Ну да, да. Здесь есть разница, я думаю. Да вот же голова прям была. Такой бред. Я тебя не заметил справа. Лол. Ладно. Давай тогда на ВП, когда будем играть, ты создашь сервер. Окей? Я тебя давай. Научу. Там легко. На объема. Да, я просто зажал. 6-1, ребята, без шансов. Ой-ой-ой, вот это хороший хэд поставил у нас. И в пати. Пику. Ой-ой-ой, что-то пика завелся. Опять я начал сливать. Как-то ты жестко вышел, я только появился. Я сам в шоке. Ой-ой-ой, я все-таки думаю, пинг здесь не важен. Да нет. Я немного выхожу и уже как знаю, что ты там стоишь. Ты видишь, шмаляешь, я из-под ящика выхожу. А. Ну я пытаюсь тебя поймать заранее, понял? Так, тихо, спокойно. Хорошо! Седьмой раунд за мной. Отлично. Потная карточка выходит. Ага, потная, да. Ну я потею. Вот не знаю, как ты, но... Я в тебя... Вот видишь, потно, потно. Да, пика... Пика все-таки может затащить. Но я думаю, что я смогу тоже. Мансуешь, да? Да. Ты тоже мансуешь, я вижу. Ага, заранее стрельнул. Отлично, восьмой раунд за мной. Это уже будет волноваться заявочка. Пика. Да, это заявочка, да. Мне кажется, здесь волнение у пика может быть. Потому что два раунда отдать, это можно и случайно отдать. Ох! Ты заранее тоже, да? Ты знал, да, что за, как-то. За этим ящиком должен быть. Блин, я изначально не знаю, ты не стреляешь. Хорошо, девятый раунд. Отлично. Вышел на это. Фух. А я знаю, где ты. Блин. Теперь не знаешь. А-а-а! Блин, три раунда у пика, и у меня один. Очень напряженная игра, ребята. Одна ошибка у пика, и он проиграл. Но у меня есть две права на ошибку. Нет, нет. Давай, хорошо, yes, все-таки выиграл, мы сделали это, ребята, мы сделали, да, обыграли пика на карте, и давайте выходим отсюда, теперь играем на АВП. Так, ребята, мы начинаем, поехали, акул и пика, играем на АВП, все, МП фризи тайм я не убрал, к сожалению, ну ладно, пойдет, поехали, первый раунд. Победить пинг один. Да, но опять я создал сервер, к сожалению, пика не получилось, потому что я вылетаю. Непонятно почему. И пика шифтит у нас, шифтит. Yes. Ты играешь? Да, да. Ах ты сволочь, а! Ну все, ладно, я тоже буду шифтить. За АВПшника главное спокойствие.
Неожиданно. Окей, хорошо. Я тебя понял. Попался. Стоп, А зигло можно? Нет, только с ВП. А ты на базе не стой, ты что есть? Да. Все, вот так, да? Ладно. 1-1, ребята. 1-1. Let's get this done. 2-1, ребята. Да, пика. Хотел в вапер обыграть. Я ж на ЛП играю. Ладно. Да. Что-то я повыпендривался рано. 2-2 счет, ребята. Напряженная карточка нас ожидает. Напоминаю всем, до 10 мы играем. Надеюсь, я выиграю. Ах ты! Ё-моё, какой же я нубас. Ладно, хорошо. Понял. Ты как будто психолог, знаешь, специально говоришь. Тут меня дисбанд. Блин. Черт! Как ты там оказался? Ё-моё! Я слышал, как ты топнул в этой стране. И ты уже там. 4-2, ребята. Все-таки пика играет получше с ВП пока что. Да-да-да, конечно. Оттуда ждал. Конечно. Слышал, топнул. Да-да-да, я топнул. This is our day. Я слышал, как ты что-то выбросил. Выбросил дигл ты и пошел в эту сторону. Я понял. Понял тебя. 4-4, ребята. Неплохо. Да ладно, как? Черт. Нет! Вот это интересно, вот это вообще захватывающе, отвечаю. Ах ты черт, где же ты? Нет, слушай, мне нравится. Это дальше, это тяжело и, блин, непредсказуемо так. Один на один. Так, ребята, счет 5-4. Мы продолжаем играть. Блин, долбаная мышка. Ты что, с зумом идешь? Лол, тут керамбит. Где ты? Ты на башне, да? Да. Черт.
Блин! Зачем я? Че за бред? 5-5. Ну сейчас мы еще. Ты не поставил Макс. Да, Макс Раунс я не поставил. Сейчас он мапу сменит. Да я ничего не спею. На, сейчас, да. Давайте, 5-5 счет, и мы продолжаем играть. То есть сейчас мы играем до 5, я так понимаю, да? Да, сейчас, ребят, мы играем до 5. Я видел тебя. Ах ты, черт! Хорошо, промазал! 1-0. Да, 4 раунда у меня осталось. Отлично. Это хорошо. Опа! 3 раунда осталось до победы. Ну вы поняли. Короче, с ВП мне осталось 3 раунда взять и все. Отлично. 2 раунда осталось, ребят. Без шансов. Да, чуваки, пинг все решает. Ну да, да. Ну хотя ты мансуешь классно. Я тебе 2 раза, блин, попал в тело, я помню. Ух ты ж, вот это тебе повезло. На! Отличная игра. Последний раунд, ребята. У Пика одна ошибка, и он проиграл. Что же он будет делать? Что же, ребята, он придумает? Сейчас мы узнаем. Самое интересное впереди. Ах ты черт, я тебя услышал. Ах ты черт! Я думал, ты поторопишься, и я тебя убью. А, ну ладно, ладно. Один раунд. У Пика нету права на ошибки. На ошибку. Так что... Фух, пожалуйста, дай мне силы убить его. Ой! Да ладно! Ух ты, блин, а. Черт возьми. Ладно, я понял. Я все понял. Ну ладно, ну как ты зачитал? Как? Ты услышал меня? Скажи честно. Ё-моё, 2 раунда до победы у Пика и 1 раунд у меня. И, блин, я теперь волнуюсь. Чёрт. Это жестко. Я тебя слышал. Слышал. Я тебя, мать твою, слышал. Как? Нет! Я не попал! Я тебе долго попал, нет! Нет! Я тебе в руку попал! -93! Ну как же так? Нет, последний раунд, ребята! Последний финальный раунд! Нет! Так была близкая победа, нет, пожалуйста, нет! Я должен! Как? Как, мать твою, я не попал в тебя? Нет, я тебя знаю, Пика, я тебя знаю. А, черт. Как же это, блин, напряжно. Yes! Ребята, эта напряженная карточка заканчивается со счетом 10-9. Фу. Вот это жесть, ребята, вот это жесть. Пока... Счет по картам 3-0, и сейчас мы сыграем последний. Давай последнее. По диглам, может. Дигла? Хочешь на диглах? Не, давай. Конечно, тут пинг зарешает. А, ну давай, ну все, ребята, последний матч мы играем. Сейчас я поставлю MP раунд. Ну тут на диглах от пинга зависит больше. Я вам так скажу. Так, ребята, играем. А ВП, давай сходу выкидываем на базе. Да, все, ребята. Играем на диглах до 10. Все, сейчас узнаем, кто на диглах получше.
Ну, скорее всего, я, потому что у меня пинг, да. Ну, а ВП... Фу! 6 хп осталось. 6 хп. Блин. Не, ну она ВП мне... Я не знаю, как тебя не убил. Помнишь тот раунд? Когда минус 93 дал. Ай-яй-яй. Ага, слышал. Ох! Вот это хэт. Не, все-таки, мне кажется, пинг для тебя играбельный. 103. Так, мы продолжаем играть. Я залез. Блин! Ну, лоу, я залез. Мог бы и не убивать. Сори. Ну, сори, ну, блин, ты так стоял. Ну, я бы так стоял, ждал бы. Хорошо, давай заново начнем. До 9. 1-1 счет. Все. 1-1 до 9. Хорошо? Давай. Все. 1-1 счет. До 9 играем, до 9. Ай-я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 й. У тебя уже эмоции видно. Я спокойно. По деф. Ну да, ты жесткий, у меня эмоции преобладают над контролем. Это всегда с детства у меня. Я тебя слышал. Или нет? Или это был не ты? Хорошо! Отлично. 1-1. Все, я понял. Надо тебя за спину только убивать. Да, удачи. Сейчас банихопом. Давай, банихопом. Что за бред? Где ты? Где ты? Блин, нет! Так, спокойно. Я тебя развел на звук. Ты думал, я справа, да? Не-не, я слышал тебя. Ну да, я специально топнул и ушел в другую сторону. Ладно. Хорошо, 2-1 счет. Ага. Че, ага? Ты меня не увидел, не гони. Видел. Вот. Я слышу, как ты перезаряжаешься. Ха, не ожидал? Не ожидал. Видно было. Ой. 3-1, ребята. Пика, я чувствую, у него там пригорело, нет? Молчит, сосредоточен. Хорошо.
Осталось 5 раундов и абсолютный чемпион. Ну по, да. По всем критериям. Ну да, ребят, конечно, пинку пика 96. Потом реванш будет. Пинк 100. Да, реванш будет в следующей серии, ребят, но... А это за эту серию, я думаю, достоин лайка, да? Если, я имею в виду, если хотите видеть больше таких один на один битв с пико, то поставьте лайк под этим видео. Реально интересно, я думаю. Не только нам, но и вам. Но пока что без шансов. Ну, на АВП у тебя были вообще шансы, конечно, жесткие. Да везде. Мне кажется, если бы у тебя реально пинг был получше, ты бы втащил меня на АВП точно. Один раз тебе осталось попасть. Я не мог. Да. Окей. 5-2 счет. Ой-ой-ой-ой. 6-2 счета и что-то опять. Победа. Давай, ладно. Так. 6-2 счет. Мы до 9. Идем. Дальше играем. Так, опять. Давай за террору впереду. Что за фигня? Я не перешел никуда. Играем. 6-2. До 9. Без палева ты, конечно, я тебя видел. Ты знаешь, что я тебя видел? Видел, видел, да. Ой, ты куда ты делся? Куда ты делся? Я попасть не мог. Ну ладно. Да ладно, ну что так долго перезарядка? 6-4. Дерьмо. Мне 3 раунда осталось идти. До победы. Куда ты смотрел? А, мышка. Ну, сори. Счет 7... Какой там? 7-2. Тебе надо починить мышку, реально. Go, go, go. 7-2. 7-2? А, 7-4, 7-4, сори. Задисбандил меня с счетом 7-2. Задисбал. Сори, сори. 8-4. 8-4. У меня последний раунд. Все, я не буду выпендриваться, потому что я говорил на АВП и в итоге всрал. На! Все. Отличная победа. 4 катки затащил. Ну, в общем, ребят, да, пинг, возможно, решает, но мы пытались сделать, чтобы пик и присоединился, у нас не получилось. В общем, я надеюсь, в следующий раз у нас все получится. Я попрошу вас поставить лайки под этим видео, если хотите видеть больше таких видосов, ПВП, батлов, пика против акулы и пика против там... Ой, не, ну, не только пика, да. Да, и не только пика, ребят. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих батлах. Пока!